Всем привет, меня зовут Катя, на этом канале я вам советую самую лучшую косметику. Сегодня речь пойдет о натуральном дезодоранте, который меня очень удивил, можно сказать, и я сегодня хочу вам подробно о нем рассказать. Это дезодорант Retreat, который я заказала на сайте Озон, и у него просто невероятная текстура, у него невероятный внешний вид. Мне кажется, если бы вы увидели бы его, вы бы сроду не подумали даже, что это дезодорант, что это крем, наверное, подумали бы, да. Но нет, это дезодорант, такой необычный, я бы даже сказала, необычный для России, наверное, формат, потому что мы привыкли к другим дезодорантам, да, но мне хотелось попробовать что-то новенькое. Так, в ассортименте 5 ароматов, один из которых без аромата, но я выбрала с ароматом, потому что я люблю ароматы в косметике. И вот в такой коробочке идет дезодорант, и в такой вот увесистой баночке. Я выбрала аромат, который с ароматом бергамота и розовым деревом. Ну, если говорить о составе, то здесь полностью натуральный состав. Я вам сейчас даже прочитаю. Это кукурузный крахмал, который абсорбирует влагу и оставляет подмышку сухой. Это масло ши и масло кокоса, которые увлажняют кожу. Да, увлажнение в этой зоне нам тоже нужно. Далее это сода и цинк, которая с легкостью справляется с неприятными запахами пота. Здесь, конечно же, есть в составе и витамины. Это витамин Е и F, которые снимают раздражение после бритья. То есть очень удобно, что вы можете сразу нанести его после бритья, и он, то есть этот дезодорант, он успокоит кожу. При этом этот дезодорант не блокирует поры, а также в составе у нас эфирное масло бергамота и эфирное масло розового дерева. То есть натуральные отдушки, которые, ну вот, натуральнее просто некуда, да. Если вы вот действительно фанат натуральной косметики, я не сказала бы, что я фанатка натуральной косметики, но что касается дезодоранта, вот в этом я, наверное, фанатично все-таки подхожу к покупке, потому что мне вот важно, чтобы не было в составе солей, алюминия, ну и прочей гадости, конечно же. И, кстати, здесь на упаковке также и написано, вот для таких, как я, которые боятся вредности всяких в составе, да, здесь указано, что нет в составе парабенов, пропиленгликоля, глютена, синтетических отдушек и красителей. Это вот именно для тех, у кого всякие там аллергии, да, всевозможные. Давайте посмотрим уже на вот эту баночку прекрасную. Минималистичный дизайн, тяжелая стеклянная баночка и действительно такой непривычный формат для России, для российского рынка. Но мне кажется, вы быстро привыкнете к такому формату, потому что он очень интересный и, кстати, очень экономичный. Итак, открываю я баночку. Ну, во-первых, здесь просто потрясающий аромат, натуральный аромат розы и бергамота. Я не зря все-таки выбрала этот аромат, потому что люблю в последнее время вот именно такие ароматы. И по консистенции, конечно, я им пользовалась уже несколько недель, да, я могу сказать, что по консистенции у него такой легкий мусс, который легкий крем-мусс, я бы сказала, такой ароматный, который легко наносится. Достаю его с помощью специальной лопатки и распределяю, и сразу можно надевать одежду, то есть вам не нужно ждать, когда он впитается, когда подействует, мгновенно он начинает действовать. И, кстати, что немаловажно, он не пачкает одежду. Как я уже сказала, это такая муссовая, кремовая, очень приятная, нежная текстура, которая также содержит в себе мелкие гранулы, которые предупреждают такую побочку, как эффект вросших волос, поэтому это тоже такой весомый плюс. Насчет экономичности, вам нужно всего одну горошину, не нужно наносить пол банки, вам нужно совсем чуть-чуть, чтобы дезодорант, в общем-то, начал работать. Такой вот интересный дезодорант российского производства, производится дезодорант в России. И мне вот очень интересно, что вы об этом думаете, как вам формат такой необычный. Хотелось бы вам его попробовать, мне кажется, вам бы хотелось. И скажите, пробовали ли вы
вообще такой дезодорант. Возможно, вы его уже попробовали, потому что если вы попробовали, обязательно поделитесь своими впечатлениями. Мне будет очень интересно, потому что действительно необычный, но при этом натуральный и безопасный. Вот самое главное для меня, что это безопасный дезодорант, который не содержит солей алюминия и помогает при этом коже оставаться свежей и увлажняет ее, и ухаживает, и с помощью натуральных ароматизаторов, да, то есть эфирных масел, этот дезодорант, конечно же, еще более, скажем так, полезный, да, потому что никакой химии не содержит. Поэтому обязательно рекомендую попробовать, если вы цените натуральность в косметике и если вы вообще любите натуральную косметику.